Думаешь, что душ примешь завтра? И доходишь до постели, сбрасываешь одежду прямо на пол, бросаешься в свежую постель. Только твой затылок касается прохладной подушки, как тоже в балконную дверь, в форточку, летает вертолет. Но ты открываешь глаза, что-то это, 220 мы еще не проехали, да? Нет. А сколько? Сколько проехали? Да. 120 километров. Еще 100. Ой, ядрит, ядрит. Может, надо дашь порулить, а то я сейчас усну. Что-то выложено камушками на горе. А я уже тут запутался читать на горах. Там выложено, здесь выложено. А что он 150 идет, а мы 100? А мы 100 идем, да. А что, уже пора это? Нет, не пора. Кстати, у них форма еще советского образца. О, шикардоса! Вот это да! Вот оно, солнышко ясное! Вот шикардоса! Вот теперь, Павлик, можешь сочинять стихи, сосредоточься с мыслями. Не в творчестве. Я хочу порулить. Дай порулить.
полседьмого время, да, солнце вышло. Обалденно. Ну что это, козырек отпусти. Очки одень. Вон они. Очень хороший кадр получился с солнцем. Я тебе его потом перекину, а ты его выставишь в Одноклассник и в Америку отправишь. Хорошо. Своим кентам. Да, солнышко, красота. Красавица. Солнышко, красавица. Блин, время 7, на сколько было месяца? Ну, блин, я не знаю с вами, как ехать. Ой, не могу сказать. Там со всеми остановками час потеряли. Не знаю еще даже. Час потеряли, не больше. Ну, вот как вот эта дорога закончится. А когда она закончится? Потом вдоль моря еще 100 километров и все. Так не шути, а. А вдоль моря знаешь, как красиво? Нет, курить нельзя здесь. Здесь, видишь, нельзя останавливаться. Где? Вот здесь нельзя останавливаться. Там можно было останавливаться? Нет, нельзя. Вот, видишь, везде дорога закрытая. Кто-то звонит. Ай, красавица какая. Ай, красавица, а. Павлуша, а сколько примерно температура на солнце? На солнце? Да. Наши яйца сварятся буквально за долю секунды. Нет, ну по-честному скажи. Да я не помню уже. Ну примерно. До хера? Ну сколько? Ну до хера. Ну примерно сколько? Ну до хера я чуть-чуть. И чуть-чуть побольше. Да ты чё? Этот джип нас уже 30 раз обгоняет. Как получается? Вот, не это же самая женщина за рулем, которая. Ты уже знаешь, это уже вызов. Нет, нельзя. Здесь нельзя останавливаться. Что так не делать? А где можно? Вот когда этот забор кончится. Только начался. Курили, опять хотите? Вы о здоровье своем подумайте, нельзя же так. Хотя бы через 2 часа курите. Ай, красавица какая. Встает. Море вижу! Вижу море! Да как куда вон уже оно началось? Вон, видите, начинается. Вон начало. Вот, кстати, Павлик, это знаменательная дата вот в твоей жизни. Ты приехал в 36 минут 7-го, 26 числа, 08-го, 20-го, 16-го на море, к морю приехал. А сколько у них бутылка пива стоит на солнце? Ну,
не знаю, узнаешь, ну, я. Примерно. Да, не помню же, где-то 25, по-моему, самом что. 25 лет? Да. Терпи. Терпи, терпи. Вот мы заезжаем в Балыкчи. Бесплатный? Да, бесплатный. А то говорили 500 сами с машины. Все, мы заехали в экологическую Сокольскую область. О, голову не морочи, а. Терпи, здесь нельзя, видишь, полоса сплошная. Там гаишник стоял. Это Балыкчи. Я теперь все поняла. Сейчас вот туда за флаг заедем, за кыргызстанский. Че, полнота 78. 78 километров. Как раз. У тебя сушняк под ногами, ёпсель. О, смотрите, видите, киргизы как здесь ездят. Взял, как все перед ноги, уже проехал. А что мы опять от моря туда поехали? А, все, да? Бурями молчим. Давайте, 2 минуты вам даю. Ты? Вот море, видишь? Сейчас мы... Вот туда мы не можем поехать, потому что там нет всего этого моря. И там все эти курортные общежития. Вот, кстати, вот, смотрите, теннисный корт. Новый. Футбольное поле. Футбольное поле, да. Все, Киргизия началась. Почувствуйте киргизскую землю. Потрогайте ее руками. Я не чувствую какого-то архитектура 80-х, 70-х годов. Руками потрогай. Кого? Землю. Стой! Медленно, это же такой момент. Да. О, молодец. Молодец. В Чебурьяке. Будешь киргизскую землю трогать? Трогай. Коля настаивает. Давай. Не, она уже трогает своим этим телом. Солнышко смотри. Ах, красавица моя, красавица. Что-нибудь скажи ты для потомков. Да. Напутственные. Петухи кукарекают. Ну соберитесь с мыслями. Не, пока ничего не было. Ну запись идет, давай, драгоценное время, секунды. Я приехал на киргизскую землю. Прошу политического убежища. Кстати, отсюда намного легче выехать. Куда? В США, в Швейцарию или в Швецию. Ну все, сейчас, значит, отдохну. Чем от нас, с Казахстана. Ну передай привет кому-нибудь. Ну, киргизам, я приветствую вас, киргизы, на вашей земле. Буду у вас купаться, плавать и отдыхать. Примерно так, давай. На пляже.
Давай, 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 время заканчивается. Все, всем пока.